Далее коротко о некоторых других событиях. Во вторник, 29 декабря, гостем нашей студии будет вновь назначенный глава Кунгура Лариса Ёлтышева. Мы поговорим о перспективах развития города на ближайшее время. Свои вопросы для главы вы можете оставлять на нашей странице в социальных сетях, либо по телефону 234-13. Потребительские расходы жителей Пермского края уменьшились на 13,4%. Снижение зафиксировано с учетом изменения цен к аналогичному периоду прошлого года. При этом среднедушевые расходы уменьшились на 2,3%. Денежные расходы населения края за январь-ноябрь 2014 года составили чуть больше 816 миллионов рублей и выросли по сравнению с предыдущим годом на 12%, сообщает Пермстат. Пермский край представит уникальную экспозицию «Кунгур-чайная столица Российской империи» во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства в Москве. Экспонаты подготовлены администрацией города и музеем истории и купечества. Экспозиция будет выставлена в стенах музея с 24 декабря по 18 января. В экспозиции представлены материалы, рассказывающие об истории и развитии Кунгура как чайной столицы. Это уникальные документы и фотографии чайторговцев Алексея Губкина и Михаила Грибушина, а также самовары, посуда и чайные упаковки 19 века. Предметы отражают развитие кунгурского чайного дела на территории России и благотворительную деятельность прикамских предпринимателей.